Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о писателях, фамилия которых тоже начинается на букву «Б». Но они отстоят от нашего времени несколько дальше, в прошлое, чем те писатели, о которых мы говорили на предыдущих заседаниях. Это писатели конца 18-го, начала 19-го и середины 19 века. Русские писатели. И все они, безусловно, самые-самые в личностном, в творческом плане особенные, и в то же время их объединяет не только то, что они принадлежат вот к этой самой букве «Б», но и то, что они все связаны незримыми нитями творческого процесса, единого творческого процесса в России того времени. И мы это увидим отчетливо. Но начнем мы, тем не менее, с более древних источников. На этот раз речь пойдет не о писателях. Речь пойдет о русском традиционном эпосе, как одной из фундаментальных составляющих русского фольклора, а именно о былинах. Как видите, они тоже начинаются на букву «Б», и мы о них поговорим, поскольку это явление особенное. Итак, здесь у нас представлен вот такой вот том. Это первый том «Свода русского фольклора». Это относительно новое издание, академическое издание. Предполагается, что в этот свод войдет все то, что составляет сегодня литературный фонд русского фольклора. То есть фондированные материалы и комментарии к ним. В том случае, если есть музыкальный ряд, значит, здесь имеются ноты записанные. Есть также и большой-большой библиографический материал. Вот первое. Серия этого свода, она как раз посвящена былинам. Вот они так и называются, былины. Ни много ни мало в этот свод входит 25 томов былинных текстов. Вот таких 25 томов. Вот представьте себе, насколько это фундаментальное издание. На сегодняшний день вышло из печати 10 томов. Началось это издание в 2001 году. То есть вот мы к 10-му тому пришли приблизительно в 2017 году, смотрите. То есть 16 лет издавались эти былинные материалы. И они изданы еще даже далеко не до середины. То есть мы понимаем, что это действительно длящееся, фундаментальное, очень важное для истории русского языка, истории русской литературы, истории русского устного творчества издания. Тем не менее, вот здесь у нас представлено, в данном случае, 5 томов находится этого былинного материала. Тем не менее, мы можем
увидеть, что несмотря на районирование происхождения вот этих былинных текстов, а это Печора, Мезень и так далее, да, далее идет и Сибирь, предполагается, что будет и север, но и юг. Но несмотря на то, что по происхождению эти материалы относятся к разным географическим регионам и, в общем-то, к разным историческим периодам возникновения этих текстов, но в неком суммарном выражении все-таки это ограниченный перечень известных всем нам былинных текстов. Это, конечно, прекраснейшие, всем известные тексты, которые многократно экранизировались, которые вплоть до того, что по ним были сняты, по ним были сняты мультипликационные фильмы. Это былины о трех русских богатырях. Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче. Но есть и другие, конечно, здесь тексты о других известных былинных персонажах. И о Соловье Адихмантьевиче, и о Чурили Пленковиче, и о многих-многих других. И, конечно, такой героический, фундаментальные тексты о Святогоре Богатыре. Все это здесь представлено, поэтому можно, открывая любой том, читать эти незабываемые совершенно строки, которые передают, в общем-то, одно и то же содержание, но в великолепной языковой традиции того региона, того времени, в котором они созданы. И поэтому их можно перечитывать раз за разом, всегда находя в них что-то новое. Поэтому, если вы любитель русского фольклора, то вы вполне можете позволить себе изучить вот эти на сегодняшний день десятитомные источники былинных текстов. Далее мы переходим, собственно, к нашим авторам, авторам конца 18-го, начала 19 века. И по имеющейся у нас традиции мы перечислим тех авторов, о которых мы сегодня будем говорить. Это Батюшков, Боротынский, Бестужев-Марлинский, Булгарин, Белинский, Бабарыкин и Биркин. Ну, некоторые фамилии, очевидно, знакомы многим, даже по школьному курсу. Некоторые, возможно, вы услышали впервые, поэтому вам будет вдвойне интересно услышать что-то новое для себя об этих авторах. Итак, Константин Батюшков. Он у нас представлен здесь двумя такими небольшими книжечками из серии «Поэтическая Россия», изданной издательством «Советская Россия» в 1979 году. Ну, довольно полный сборник стихотворных произведений Константина Батюшкова. Вторая книжечка называется «Мои пенаты», издательство «Детская литература». Это те стихи, которые, может быть, причислены, могут быть причислены к детской поэзии или поэзии, доступной для детского возраста. Как я уже сказал, издательство «Детская литература», 1982 год.
В советское время Батюшков издавался. Наиболее полное издание, собрание его сочинений, двухтомное. К сожалению, его здесь нет сейчас. И тем не менее мы можем говорить о том, что этот выдающийся русский поэт, поэт, собственно, того периода, в котором творили и Державин, и позднее Жуковский, то есть того периода, когда, собственно, закладывались основы нового русского языка, нового русского стихосложения, которое так успешно подхватил впоследствии Пушкин, Лермонтов и вся плеяда писателей и поэтов Золотого века. И надо признать, что многие, так назовем их, великие поэты пушкинской эпохи, и сам Пушкин, признавали, что во многом они, как поэты, вырастали именно на творчестве Державина и Батюшкова. Есть, безусловно, мы вот здесь говорили о Виссарионе Белинском, у него есть несколько небольших статей, посвященных изданиям стихотворений Батюшкова, в которых он тоже очень тепло отзывается о этом, об одном из родоначальников поэтического жанра Золотого века русской поэзии. Несколько более поздний его сотоварищ по перу, тоже поэт, Евгений Баратынский. Здесь представлены первый и второй том полного собрания сочинений и писем Евгения Баратынского. В настоящее время вышел и третий том этого издания. Правда, том второй и том третий, части первые вышли только. Это действительно академическое издание. Это очень емкие, большие, сборники не только стихотворений, но и оригинальных литографий, оригинальных снимков, оригинальных текстов, хранящихся в библиотеках фундаментальных. Это комментарии, это библиографические описания этих произведений. Это очерки о творчестве Баратынского. То есть это вот наиболее полный такой, замечательного, конечно, качества издания, собрания сочинений. Издается оно издательством «Языки славянской культуры». В 2002 году второй том вышел. И в этом же году первый том. То есть 2002, а третий том, как я уже сказал, вышел относительно недавно. Это где-то 15-й год. То есть тоже, как вы видите, диапазон по времени очень большой. Понятно, что академические издания – это не коммерческие издания, это спонсируемые издания. Понятно, что они дают нам совершенно иное, новое представление. Конечно, не такое, как, такие массовые виды продукции, которые я только что вам демонстрировал. И, конечно, с этой точки зрения это весьма и весьма интересное издание. Конечно,
сама фигура Боротынского. Ну, во-первых, вот здесь написано Боротынский, да, но на самом деле вы можете встретить и иное написание у фамилии Боротынский. Вот, и, так сказать, в исторических свидетельствах мы можем найти, что исходные корни фамилии, происходящие от местности, это все-таки Боротынский, но и отец Евгения, и он сам уже писались как Боротынские часто. Поэтому вот вы можете встретить издание, где будет и буква А стоять, и буква О, возможно. Поэтому это вот одна такая, один такой момент интересный. Ну, а сам Боротынский — это представитель, конечно, пушкинского круга. И Пушкин, и Вяземский, и прочие, прочие, прочие. Вот поэты той эпохи, это все, так сказать, поэты приблизительно одного круга. Огромное количество произведений стихотворных, некоторые из них, так сказать, поэмы, которые сегодня рассматриваются как некие литературные основания, скажем, для последующего написания Пушкиным Евгения Онегина. Некоторые, так сказать, находят литературоведы связь лирики Боротынского с лирическими произведениями, сюжетами других авторов. Поэтому, значит, значение Боротынского, конечно, еще до конца в литературе не оценено, недооценено. Есть весьма и весьма нелицеприятный отзыв неистового Виссариона Белинского об одном из последних сборников Боротынского, который, как полагают, вызвал встречный, так сказать, словесную дуэль и переписку Боротынского с Белинским на эту тему. Такие стихотворные и прозаические пассажи критические. И по мнению некоторых литературоведов, возможно, что вот это мнение критика было одной из причин того, что писатель в скором времени скончался. То есть вот эта душевная травма, которая им была получена в результате критической оценки последних результатов его творчества, послужила косвенной причиной его гибели. Ну, если мы к содержательной стороне обратимся, то мы увидим, что на основе ряда произведений стихотворных Боротынского созданы всем известные песенные произведения. И прежде всего речь, конечно, идет о известнейших русских романсах.